Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется «Карты и замки». Так, новый игрок. Опачки. Так, рейнджер. О, нет, зомби хотят уничтожить наш замок. Так, браток, воспользуйся вот этой картой. Ну, например. Так, кликни на юнита. Передвинь его. Передвинул. Закончи ход. Ага. Так, получается у нас с тобой одна атака. Две жизни. Так, теперь мы поставим с тобой щитовика. У щитовика одна атака, пять здоровья. Я его могу сюда поставить. Еще и ударить, наверное, да? Ага, понял. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем, зачем? Сейчас же уничтожат. Бедный лучник, я тебя подставил. Я тебя подставил. Но я думаю, что щитовик, так, скауты еще. Есть скауты у нас. Опачки, три атаки, четыре хпшки. Вот это будет замечательно. И ходит он прилично. На. Щитовик. Уничтожаем. Так, завершаем ход. Рейнджер, это визард, это маг у нас тут. Ну что, я думаю, наверное, замок уничтожать надо. Хе-хе. Победушка. Так, замечательно. Ну, пока, ребята, все понятно, хоть и не на русском языке. Новая карта, Барбариан. Такс. Ага. Барбариан, а это что, это враг у нас получается, да? Это получается враг. У Барбариана... Почему я не могу его поставить? Ах, не хватает голды. Понял. Это еще что такое? За чудо гороховое появилось. Ну-ка, надо прикрывать замок наш. Три атаки, это, конечно, не очень хорошо. Опа, у него... Стрелок... Так, я, наверное, барбарианчик сюда поставлю. Блин, сколько он стоит? Четыре золотых, понял. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Разменочку. Пока все, пока больше ничего мы сделать не можем. 2-2. Скелета вызывает. Слушай, а как он так издалека сейчас шмальнул? Почему мой не может так издалека бомбить, а? Скажи-ка мне на милость. Так, маг, будь добр. Хм. Пускай здесь стоит. Завершить ход. Ты смотри, что творит, а? Ну все, жучара, тебе кранты. Тебе кранты. Так, маг, звездани сюда. Чётенько, этого уничтожаем. Нет, не уничтожаем. 4-5. Ну-ка, врежь ему. Вот и все. Не хватает у нас с тобой маны, чтобы призвать вот этого рыцаря. Опять гунтроллер. Тролль-убийца, да? Такс. А мы сейчас сделаем с тобой эффектненько. Вот так. Вот так. Нет, этот бесполезный. Всех подтянем сюда поближе. И даже этого можно позвать. Щитовика. Что там, кого там? Пирата. И капитана. Ага. Слушай, ну мы не будем телепунькаться, уничтожим ему замок и, в принципе, все, победа. Левел ап получили. Так. Юнит дает 3 плюс 3.
я так понимаю, к ходьбе, да? И викинг открыт. Что-то как-то тиховато, наверное, надо погромче немножко, да? Погромче сделать немножко громкость, мне кажется. Откройте по карт. С удовольствием открою. Так, давай смотреть, что нам здесь выпадет. Бесплатная. Что нам тут дает? Пока непонятно. Берхоп 2-3. Бестия какая-то. А вот и пак. Талибас, Бридж Тролль. Ну, я думаю, что это нам пригодится. Разберемся, да? Все. Мои карты. Шоп. Батл. Тут есть квесты. Они откроются позже. Надо было глянуть мне, наверное, знаешь что? Все уже поздно. Но русского языка вряд ли я здесь найду. Так, одна монетка. Фиг ли мне. За одну монетку я могу только вот этого вот свинопаса позвать. Это я понял, что карту мы с тобой можем юзать. Берсерк. 3 маны стоит. Давай щитовика позовем. И будем, наверное, потихонечку уже к нему приближаться, к замку. Вызывает дьявольского импа. Ты смотри, что творит, а? Можем заморозить цель. На-ка. Берсерк, пускай выходит. Смотрим. Так, вызывает рейнджера опять какого-то. Хм. Викинга. Ну-ка посмотрим, 3-3. О, отлично, отлично, друзья мои. Иди отсюда. По замку. На тебе. Так, 2 дамага наносит. А у нас барбариан, который готов отправиться, естественно, вперед. Так, все? А, нет, 4 хп еще остается. Да все, ему не жить этому замку, ребят. Мы, естественно, его сейчас уничтожим. Так, маг. Маг призван. Не будем мага трогать. Уничтожим сразу замок. Все довольно легко и просто. Огненный дракон выпадает нам. Ух ты. Еще один пак. Ну давай. 25 карт. Серьезно? Так, это нежить. Банши. Маги. Морская ведьма. Монах. Зеленая змея. Так, какие-то коварные пни. Еще. Так. Это кто такой чувак? Призывает рандомно солдатов. Это раритетка даже какая-то. Эпическая карта. Опять эпическая и... Фига, ребята, мы тут наполучали. Отлично. И еще? Еще, прикинь. Так, это у нас за зомби. Каменный дракон. Салахар какой-то солдат. Нунчук-нун. Нунчук-нун. И профессор Хейдвуд. Так, следующий пак. Азариан культист. Батл рейдж. Снайпер. Нифига, 10-10 дает, обалдеть. Ярхим, какой-то ярхимский гигант. Так, ты посмотри, сколько у нас паков. У нас 20 с лишним паков, вы серьезно? Так, вампир. Так, это все видели. Центри голем какой-то. Угу. Так, повторяющиеся пошли карты. Да я сейчас запарюсь тут эти паки открывать.
Карусумей. Рейнджер комбо возвращает юнита куда-то там непонятно, куда подальше, короче. Так, призыв мертвецов. Огненный дракон. Сунбарст, лава фронт, заморозка башни. Крот, ребята, мистик доджо. Мистическая доджо. Так, ладно. Слушай, надо их все подкрывать по-быстренькому, иначе это, ребят, не прекратится. Просто посмотри, сколько нам еще паков открывать. И Нала Кир Аджера. Это уже надо будет смотреть только в процессе, что они там делают. Фатбарт. А что такая щедрость на паке-то, я не могу понять. Так, ладно, бэк. Квест нам доступен. Мои карты еще 75, да? Или это, а, которые у меня открыты. Трындец. Так, открыть 9 паков. Можно я пойду просто повоюю, а? Выберите свой никнейм. Так, ну что, друзья мои, битва. Агрессивный. Ага, баланс. Давай возьмем баланс. Что не так-то, я не могу понять. Что им не нравится? Так, ищем. Я так понимаю, это поиск идет сейчас. Шел, по крайней мере. Мы нашли, по-моему, кого-то, ребят. Все. Опс. Давай вот эту заменим, а вот эту вот. Кузнец. А, он три маны, понял. Это чувак на скорпионе. Так, у него, видимо, ничего нету, да? Наносит 3 дамага. Зачем мне наносить 3 дамага? Лучше мы с тобой передвинемся. Так, пиромант. Я буду уже атаковать. Отлично. Кажется, он сейчас что-нибудь призовет. А чего он не стал ходить? На... Ах ты, рандомно. Отлично. Опа. На тебе. Старый дед. Жил на облачке. Ну-ка, что он там сейчас придумает? Хм. Уничтожил. Попробуем. Так, нифига себе, рыцарь. Без головы. Что-то мне подсказывает, что мы этот замок с тобой сейчас в порошок сотрем. 5 энергии. Так, наносит урон, да? А, нет. Ну да, наносит 3 урона мне. Плюс прокачивает его. Но ведь ты же понимаешь, что это бесполезно. Потому что мы сейчас сносим тебе просто замок. Вот и все. И, как ты понимаешь, победа за нами. Так, мы с тобой зарабатываем 10 монеток. Слушай, ну в принципе, ребята, мне нравится. Довольно прикольная игра. Пускай даже и на английском языке, но тут все предельно ясно. Да не хочу я. Деку мне дает. Вот если бы тут
Ну, тут нет настроек, я так понимаю, да, ребят? Карты ТВ. Что такое карты ТВ? А, это, видимо, можно посмотреть, кто как дрался. Я прав? Сейчас, по идее, мы должны посмотреть чей-то бой. Да. Слушай, ну это прикольно. Это мне сразу вспоминается этот, игра как на Castle Clash или как? Тоже там можно было смотреть чей-то поединок. Ладно, допустим. Возвращаемся. У нас тут свое, так сказать, битва. Ну что, поехали? Можно баланс какой-то найти. Можно... Тут разные варианты, друзья мои. Как бы защитники, баланс агрессивный. Ага. Допустим, я ставлю это все. Дает одно золотишко, да, мне? Давай вызовем этого старика, наверное. Тихорица. Так, наносит два урона. Ах ты хмырь болотный, а. Кунаичи у нас тут есть. Давай вызовем демона тогда уж. Что, будет чисто заклинаками по мне бомбить, что ли? Так, призывает самонар какой-то. Не знаю, ребят, что это за... Сдулся демон. Так, ты бомби давай. Вот. Призываем кунаичи. Сразу вспоминаем черепашки-ниндзя. Так, слушай, а почему у него монеток больше, чем у меня? У него 4. Уже, а у меня только 3. Так, вызывает сайтника без головы. Вот это плохо. 3 урона еще. А почему не нанес этот замок? А, он нанес мне. Так, мы можем его вот так вот наказать. Кунаичи, бомби. Эту пока придержим карту. А кунаичи, она еще и невидимая. Пока вот мы не раскрылись, мы были в невидимости. Вот оно что. Великан. Сам себя еще уничтожил, да, получается? Банши. Щитовик. Погнали. У щитовика 5 здоровья, но атака маленькая. Вот если его как-то прокачать можно было бы, да? Опять вызывает гиганта. Ага. Допустим. Кузнеца, наверное, позовем. Тогда уж получается. Бомбанем. А как эта карта должна работать? Не знаю, ребята. Но у него 11 здоровья. Посмотрим, что он сейчас придумает. Ого. Мы можем, в принципе... Маг. Давай сделаем вот так вот. Эй, все в замок, зачем? Есть контакт. На тебе. Молоточком. Слушай, 6 здоровья остается у замка. Опять этого всадника вызывает, а? Так, и Барбариана. Хм. Минус. Так, рандомно 2-1, да? А, нет, это скорпиончик. Я, наверное, влуплю по замку. Так, ты достанешь?
Эть, не достает. Да, вот тут ему, конечно, хреновенько. Что он там Минотавра вызывает? Бабах. Ну что, по-моему, крышка ему, да? Ты же дойдешь у меня, рыцарь? Ты ведь дойдешь? Дошел. Обхитрил и завалил замок из-под тишка. Нормально. Даже его там супер-пупер минотавры не помогли ему. А что такое баланс? Интересно мне знать. Посмотрим. А, это, наверное, деки. Деки у меня. Агрессивный, баланс или защитник. Точно. Выберите... Все, я понял. Так, ну это уж... Это перебор. И вот это тоже. Офигеть баланс, да? Офигенный баланс, я тебе скажу. Вот я всю жизнь в таком балансе мечтал. Что у меня минималка начинается с третьего хода. Он еще и золотишко добавляет себе. Ах, ушлепок. Кого-то вызовет сейчас. А что это такое? Вот это что такое? Какие-то... Нифига тут строительством занялся. Парень, хорош, завязывай давай уже. 4 урона, ну-ка. Начинает тут расстраиваться мне. Сейчас мы тут все ему посносим. Какой-то золотоискатель, чувачок. Давай вот так. Подожди, вот так вот. Да что ты? А, 5 он стоит. Банши позовем тогда, фиг ли делать. Банши. Банши надо было двинуть же еще, ё-моё, чё её не... Чего там? Два урона нанести можно, да? А почему он не получил урон? Есть. Так, нам какая-то карта прилетела. Дракон Лоры. Чем тут все выстраивает, а? Фига. А ну-ка давай-ка. Да почему ты туда-то... А, ну ладно, хорошо, фиг с ним. Что за дракон Лоры? Шваркнем этого хмыря. Банши, ну и карты, блин. Надо было агрессивные брать. Все отлично. Что это такое? Он достал уже своим строительством, а? Магов позвал. Что вот это такое? Объясни мне. Это чувак. 7-8. Что-то он задумался, да? Выстраивает тут свою деревню, расстраивает по полной программе, не знаю, что это ему дает. Как-то, может быть, усиливает карты, может быть, удешевляет призыв. Так, что мы можем с тобой потом сделать? Так, юнит получает 3 плюс 3. Видишь, 3 урона наносит абсолютно разные цели. Так, кто это у тебя там? Какие-то магазинчики выставляет здесь? Почему в замок вдарило? Берсерк.
Так, пропускаем ход. Пока. Кто-то бандита вызвал. Так, это у нас ледяной чувак какой-то. Так, Минотавра позвал, 8-9. Опа. Так, в минус, да? Идет. Так, еще какой-то у него тут пастырь или кто, я не знаю, кто это такой. Инферно. Что это такое инферно? Рыцарь. Блин, ты даже никуда дойти не можешь. Ладно, давай сделаем так. А чё, почему мы ему урон-то не нанесли? Зашибись. Ну-ка. Вот сейчас было нормально. Встаем здесь, смотрим. Откуда бандиты у него берутся, я не могу понять. По-моему, вызывает вот эти вот домики. Видишь, у него бандит появился. По-моему, вот из этих домиков. 7-7. Тут, по-моему, меня ребята раскромсали. В наглую пошел по замку бить. Он, видимо, уверен в своей, как говорится, победе. Взял колоду нафиг на свою голову. Вшивую какую-то. Так, 7-7. Сейчас еще этим магом сходит, уничтожит мне вот этого рыцаря. И будет замечательно. Нет, он замок. Что это сейчас было? Так. Добавляет две карты. Да, ну, ребят, ну тут уже... Это нереально. Угу. Сгорел паренек. Ага, что-то они тут все посгорали. Ну, понятно, что этот меня сейчас уничтожит, ребят. Вот этот вот. Я же не знал, что вот эти вот здания делают вот такую фигню. А видишь, еще одну постройку делает. Какая-то часовня или что это такое. Ну да, типа того. Ну и колода у меня, конечно, тоже отстой, если честно. Взял. Давай-ка возьму еще раз агрессивку. Поиграем на агрессивочке. Я не знаю, может быть, тут как-то самому можно выбирать колоду. Надо будет открыть потом еще все паки и глянуть, что нам там выпадет, потому что... Что такое-то? Я говорю... А, все уже, да? Нашли? Так, давай смотреть. Пока нормально, пока меня... Вот это только заменим, наверное, все. Поехали. Так, и можно, кстати, еще вызвать вот этого рейдера. Крестьянин на свинье. Так, джина вызвал. Так, 4 к атаке милишникам. Ну, ближникам я имею в виду. Давай сделаем так. Оп. И вот сюда, вот так вот. Оп. Хорошо. Опа, на 2-3 стал. Он прокачивается, что ли, да? Карту разыгрывает какую-то. Ставит ловушку где-то. Так, а у нас есть вот такая карта. Блин, она стоит 4.
Я вызываю банши тогда. Ну-ка, проверим. Ловушка сработала, да? Фига себе. Дракон, друзья мои, у него, прикинь. То есть ловушка сработала, и он превратился в дракона. Или дракон вызвал ловушку, я не знаю как. Строит еще что-то здесь опять. Так, ну что я могу сделать? Вот так вот убить этого дракона. И вызывать вот этого вот чудика. Импа маленького. Так, вот эту фигню надо уничтожать. Я уже понял, что вот лучше постройки бомбить нафиг. Откуда у него такой взялся хмырь? Ладно. Ну что, ты не можешь его бомб... Не может, ребята, он его бомбануть. Ладно, пускай стоит на месте. Блин, он себе карты берет. Почему ты-то его не атаковал, я не пойму. Опять постройка какая-то. А, здоровье увеличивает им, все, я понял. Замечательно. Ты будешь сегодня вообще что-то делать, а? Так, это что мы ему делаем сейчас в данный момент? Вообще не понимаю. Да он постоянно берет карту эту, а? Ударяет, и у него карта эта появляется. Он сейчас вызывает, наносит 3 урона. Ну, замку здесь. Здесь повезло. Ну, если это можно назвать, повезло. Так, что он там еще? Хмыря призвал. Давай проверим. Угу. Так, бумкнешь ты его? Вот так вот хотя бы. Чё там? Почему этот не атакует? Нет у него контратаки, а? Взрыв. Пиромант может сделать взрыв. У этого-то понятно, уничтожаем, да? Окей, здесь тоже. Пироман, ты-то можешь вот это вот? Я не понимаю, блин, как он. Этот не может контратаковать. У него нет контратаки, все, ребят. И карт у меня нету. Угу. Ну, допустим. Зачем ты по замку бил? Мне, чтобы вот сюда ударить. Все, у меня... Почему вот это вот не может он применить, а? Карту. А, милишник, это только на ближний бой. Все, я понял, это у нас дальний бой получается. Кого-то прокачиваем, да? Все, нам крышка, ребят. Да, вот такие вот петрушки. Надо будет с картами получше разобраться. Давай-ка мы, наверное, еще с тобой откроем. У нас карты дофигища, ребят. Надо открывать эти, да, квесты какие-то. А, квесты еще выполнены. Так, открываем паки. 11 паков еще. Давай следующий. Допустим. Давай еще.
Окей, следующий. Пока ничего такого супер-пуперского я не вижу, ребят. Там какая-нибудь легендарная карта или еще что-нибудь. Угу. Так, осталось совсем чуть-чуть. Каргон Опрессор. Не знаю, какой-то дракон, ребят. Угу. И последний пак. То есть, насколько я могу понимать, ребята, мы не можем с вами составлять паки. У нас пак составляется, наверное, сам по себе. Квест, ну два квеста я же выполнил. Или что, или... Ага. Сыграй что-то, сыграй 7 юнитов за 3 голды. 108 карт у меня. Тут еще в магазине что-то есть. 5. Поехали. Еще партийку надо, ребята. Еще партийку нужно сыграть. Видишь, тут как бы огненные и теневики. Здесь, я так понимаю, нежить и еще что-то. То есть именно вот здесь вот на рангах я не могу выбирать определенную какую-то колоду составить, как вот во всех играх. Здесь она составляется абсолютно рандомно. Наверное. Так, ладно, сейчас мы с тобой, наверное, кому-нибудь найдем. Уже нашли. Поехали. Как всегда, какой-то бред мне подсовывает, а? Так, пироманты, банши, Хасан. Что за Хасан? Я не знаю, ребят. Город Хасан. Так он что-то хочет поставить. Он, блин, берет монетку. О, инферно. У него 0 атаки, но 6. Проверим. Что он себе представляет? Чё? Чё? Так, я понял. Что он делает? Он стоит, короче, и взрывается. У него нет атаки, но он постоянно... поджигает. И причем, я так понимаю, не только себя, но и всех вокруг. Тут стоит, да, с ним? Так, давай-ка мы, наверное, сюда. И сюда пойдем. Потихонечку. Что, мне еще жжет, что ли, городишко мой? Офигеть, ну за две монеты вот такое вот хамло, ребята, попадается. Это, конечно, жесть. Что это такое еще? Кто это такой? Так, наносит 4 урона. И выжил же еще, а? Давай-ка вот так, наверное, сделаем. Эть! Не достает, жаль. Прикроемся тогда. А, может, так через верх пойти, наверное. Сейчас посмотрим. Строит опять постройки, блин, ты посмотри, а. 3-6. Ну?
Так, будем магами с тобой, короче, сейчас руководить. Вампира вызвал. Так, пиромант. Он наверняка восстанавливает себе здоровье, ребят. Так, подожди, что ты? Не хватает чутка. Сейчас посмотрим, что этот вампир делает. Так, вызывает импа. Я так и думал, что он восстановит себе здоровье, ребят. Ага. Все? Где мои карты все? Нафиг мне вот этот нужен-то? Так, подожди секундочку, мы, наверное, сделаем. Так вот. Так. Окей. Добьет. В мясо. А что такое ваниш? Вернуть карту. Понял. Возвращаем карту и выставляем ее с полным здоровьем. Вызывает зомби. Так, три зомби плюс маг. Рандомную карту какую-то. Ну что, эти сейчас... О, попробуем. Шикарно бомби сюда. Пропускаем ход. Блин, ты сейчас уничтожит здесь, наверное, да, получается? Дамаг? Кому он наносит дамаг? Или что это, ребят? Тоже вызвал такого же хмыря. Тоже вызвал, да? Значит, у него есть. У меня с картами лично большая беда. Проблема просто. Проблемище. Вот это хорошо. По замку. Только, наверное, отойдем. Гасанем здесь. И сюда перейдем. Так, у него тоже, смотрю, одна карта всего лишь осталась, да, в руке? Две. Два дамага. Плюс святая броня. Ух. Дайте мне нормальную карту. Ну что это такое, ну? Уничтожишь? Пс. Да. Откуда уничтожить столько карт у тебя, блин? Вот объясни мне, откуда у него столько карт? Почему у него три? У меня, блин, всего лишь одна карта выпадает, блин. Фиг ли мне твоя атака? Атаку он мне дает. Я не понимаю, ребят, этого. Что это еще? Что это такое?
Я не знаю, ребят, что это такое. Какой-то хмырь. 8-8. Вот что он сейчас делает? Что это такое? Что это за глаз? А, у нас все, ребята, урон начинается, да? То есть... Я понял. Все-таки добил. Кузню. Вызывает зомби. Так, кузнец. И щитовик. Я не знаю, сделаем так. И вот так. Не знаю, что тут за фигню он поставил здесь. Да еще ход, и, ребята, его замок разрушится. А, она не может ходить. Все, мы выиграли. По таймингу. Трэш какой-то, ребят. Так, мы стоим фэкшн. Что-то какой-то фэкшн открыли. Квест-пак и обычный пак заслужили. То есть одно задание выполнили, да, получается? Откройте два пака. Вот квестовый. Что в нем? Ух ты. Тут другие ребята эти. Бойцы и обычный пак. Вот такая вот петрушечка у нас получается. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!